Государственный герб и флаг Беларуси – это вечные ценности, которые объединяют белорусов, обеспечивают связь и преемственность поколений. Время стремительно движется вперед, подрастают новые поколения, претерпевают изменения разные отрасли и сферы деятельности, жизненный уклад и взгляды. Неизменным на протяжении последних 22 лет является уважение к символике страны. Отсюда и свойственная белорусскому народу преданность родине, любовь к ее истории и культуре, приверженность национальным традициям. Брещане едины в своем отношении к главным атрибутам государства, отражающим духовные и нравственные черты нации. А потому из года в год они считают важным и необходимым прийти в большинстве своим семьями на центральную площадь Бреста, где проходит празднование Дня герба и флага. Торжественность и значимость мероприятия подчеркнуло обращение председателя Брестского городского совета депутатов Николая Красовского. Герб и стяг – такие же святые понятия, как родная земля, батьковский дом, любимая родима. Шанование головных державных символов это проява высоких громадских почуттяв, патриотизму, отказности за сегодняшний день и будучиню своей краины. Герб и стяг – наши духовные святыни, якія адлюстровывают героичную борьбу старейших поколений за свободу и незалежность, традиционные культурные каштовности и моральные основы життя. Сотни брещан – гостей из разных уголков Беларуси, ветераны Великой Отечественной войны и труда, многочисленные делегации из других стран. Государственная традиция объединила людей, представителей разных поколений. Детей спросили с утра, что за праздник, четко ответили государственным гербом и флагом. Любой государственный символ – это говорит о том, что это государство, в первую очередь. И мы, конечно, должны его, во-первых, защищать, во-вторых, делать все то для того, чтобы оно процветало. Это же все-таки атрибутика нашего государства. Нужно почтить своим уважением этот праздник, такой достойный. В этот день мы посчитали нужным обязательно здесь присутствовать на этом празднике. Важно помнить свои традиции, свои обычаи и, главное, свою символику. То, что каждый белорус должен уважительно к ним относиться. Кульминационной частью праздника стало поднятие государственного флага Республики Беларусь. В торжественной церемонии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Банченко и военнослужащий 38-й отдельной мобильной бригады, совершивший героический поступок при осуществлении военно-воздушной учебной операции Дмитрий Строчук. В качестве подтверждения своей преданности родине и уважения ее традиций и устоев брещане вместе исполнили национальный гимн. В моей семье празднуют как и День независимости, как и все остальные государственные праздники. Праздничный день, праздник. Мы выносили флаг Республики Беларусь для поднятия его почетными гостями, почетными жителями города Брест. Чувство гордости за принадлежность к своей стране. Белорусской символике в этом году исполнилось 22 года. Эта цифра лишь подчеркивает, насколько цельным является белорусский народ. Ведь каждый праздник для людей был и будет отличной возможностью в буквальном смысле признаться своей стране в том, насколько большое значение она имеет для каждого. Это возможность ощутить себя частью одной большой дружной семьи. В этот день особые чувства, патриотизм и гордость за свою принадлежность к белорусскому народу ощущали не только ветераны и люди старшего поколения, но и молодежь. Символы государства – это история и будущее синеокой. Воплощение идеи национального единства, важнейшие атрибуты суверенитета и независимости Отечества. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.